Всем привет, ребят, с вами Тоха. Решил попробовать ну, немножко снимать и видео на канале. У нас, ребят, будем снимать прохождение. Есть такая карта Покровка, она обновленная, но она еще в разработке, но попробуем что-то поснимать на ней. Ребят, вот как выглядит эта карта. Большая. Тут добавили в обновлении точки продажи, это овощи база, продажа овощей, гастроном, продажа леза, пункт продажи добавили. Тут еще что-то подобавляют, продажа продукции, овощи база есть. Ну, у нас на карте мы имеем вот седьмое поле, базу, вот это все наше. Есть топливный завод, силос, сено, известь, корм свиней, корм корову, удобрения, семена, производство, что делать можно, это все наше, ребят. Техники у нас пока мест нету, у нас седьмое поле, там у нас растет соя. Ну, оно не удобрено. Сегодняшняя наша задача, ребят, будет приобрести, нужно нам. У нас на счету 507 тысяч. Я продал все, что тут было, сдал на металлолом всю технику, которая была на старте, давалась. Теперь мы, ребят, будем, наверное, ну, для начала нужно нам удобрить, мы давайте по ходу возьмем, ну, покупать не будем, но возьмем в аренду опрыскиватель хороший и, ребят, возьмем гербициды для начала. Деньги сильно тратить не будем, пока мы будем арендовать технику, а потом постепенно уже будем что-то думать, брать себе. Поле у нас не маленькое, ну, как говорится. Так, идемте, ребят, тут где-то должен быть значок покупки продажи техники, я так думаю. Ну, что-то я его не вижу, походу, наверное, еще не доделали здесь. Ну так, ладно, или может где-то здесь у нас есть значок. Ну, тут так само нету. Ладно, зайдемте, ребят, через меню, ну, посмотрим. Карта Покровка, ребят, в разработочке. Ну так, так, как говорил, нам нужен опрыскиватель. Ну вот у нас есть, вот если его, у нас захват 48 метров и 27. Если мы его арендуем, это 24 тысячи получается, ребят. Ну, я думаю, давайте мы его арендуем. Потому что покупать пока резону нету, ну. Сделать по-быстрому, что поле уже, ребят, на подходе, уже на подходе. Так, и давайте возьмем, я думаю, два поддона гербицида, то есть удобрения. Блина там вроде бы нету. Раз, я думаю, этого хватит. Все, мы приобрели, купили, все у нас стоит в магазине. Так, давайте, ребят, посмотрим, что мы за аппарат нам дали. Вот такой. Все как полагается, все типи-топ. Так, заведем. Ну, нормально. Заправимся. Так. Давайте подъедем. Ну что, ребят, поехал я на поле. Уже, ребят, в процессе, ребят, поехали на поле. Ну что, ребят, вот мы на своем поле. Мы видим. Так, сейчас раскроемся. Захват у нас здоровый. Почти 48 метров. У нас, ребят, соя растет здесь.
Так. Хотя не с той стороны мы стали, нужно на длинные гоны встать. Так, ну что ж, приступаем, ребят. Погнали. Поле у нас довольно немаленькое. Я думаю, нам этих грибиц, этих удобрений, думаю, хватит, ребят. А вот у нас здесь заезд на поле, а мы немножко не так заехали. Так, ладно. У нас тут трава, кстати, растет. Нет. Так, плохо, что тут маркера нету, ребят. Поехали. Сейчас мы это дело сделаем. Ну что, ребят, давайте я доделаю, а потом увидимся, ребят. Ну что ж, ребят, все, я поле свое удобрил. Сейчас посмотрим по карте. Вот у нас поле удобрено, все нормально. На стадии у нас уже почти последний. Ну что ж, ребят, пока у нас нечем заняться, у нас получается, вот, есть трава здесь. Мы давайте попробуем, вот немножко у нас по ходу есть тут силос. Давайте посмотрим, что это у нас за силосный. Это по ходу здесь можно делать силос, ребят, да? Это у нас тут что? Так, продукция, ресурсы, сечка. Трава, солома, и получается силос, ребят. Ну что ж, мы сейчас будем делать что? Это у нас делать сеносушилка. Трава, получается сено. Ну, полезная штука. Ну, я так думаю. Здесь у нас сила загружается. Сейчас мы скосим траву, будем косить. И сразу ее, ребят, грузить. И возить будем вот сюда. У нас там есть. Так, ну что ж. Для этого мы давайте, ребят, переместимся опять в магазин. Возьмем, ребят, косилку и трактор с прицепчиком. Дорогой брать не будем. Ну, давайте. Зайдем сейчас в магазин. Посмотрим у нас сенокосилки, какие имеются. Ну, у нас вот есть за 15 тысяч джондировская сенокосилочка вот такая. Кстати, можем купить. Она недорогая. Конфигурация. Даже противовес можно ставить. Вот такой основной цвет. Можете крышу желтую, цвет дизайна. Вот так. Ну что, ребят, я думаю, давайте купим мы эту косилку. Она недорогая. Так, покупаем. Теперь нам нужно для нее купить жатку. Почему скажете, что не русская, ребят? Ну, извиняюсь, не закинул я пока. Ну, пока будем так. Так, где тут у нас? Вот у нас. Это, походу, у нас для жандира вот такая косилочка. Покупаем. Купили, ребят. Так, назад. Так, и нам нужен, так, ребят, прицепчик. Ребят, вот у нас есть такой, берем прицеп недорогой, делаем ему 45 тысяч литров. Покупаем. И берем трактор, ребят. У нас так. Берем средний трактор. Так. Тоже недорогой.
Покамест средний берем, чтобы он нам и в пахоте пригодился, и туда-сюда. У нас есть здесь хорошие ХТЗшки, ребят. Так. Сейчас посмотрим, что же нам взять. Тоже дорогое сильно брать не будем, но посмотрим. Ну вот, давайте, ребят, возьмем, я думаю, вот этот ХТЗ. Вот такой, 240К. Двигатель ему ставим. Вот, 242К. Груз добавим. Так. Стандартная навеска. Новую возьмем. И все, ребят, давайте купим этот трактор. Купим. Ну так, ребят, все. Мы немножко прибарахлились. Так. Вот, все, у нас вон техника. Так, побежали, ребят, посмотрим. Вот у нас. Такой у нас. ХТЗ-шка, прицеп, и вот наша, ребят, косилочка. Ну что ж, сейчас мы обкатаем косилочку. Заведем. Вот такая. Поехали. Вот жаточка к ней, ребят. Так, давайте зацепляемся. Все. Вот так. Ну, теперь, ребят, погнали на поле. Начнем косить, ребят. Сегодня у нас будет задача скосить и вывести это все на производство силоса, ребят. Ну что ж, поехали мы на поле. Начнем, ребят, убирать нашу траву, которая у нас там имеется. Ну все, ребят, мы на поле. Так, запускаемся. Ребят, вот. У нас тут, кстати, трава не вся поспела. Там еще это, а тут можно косить. Поехали. Ребят, трактор уже здесь. Все, будем убирать траву на этом поле, ребят. Потом отвезем и проверим, как работает силосная установка. Ну. Прикольно. Жаточка у нас работает. Все крутится вверх. Ой, блин, немножко урожая зацепили, извиняюсь. Слишком близко брать не будем, потому что мы косим его урожай. Так, ага, вот тут у нас. Видите, опа, и тут заканчивается. Так, немножко тут травы у нас поспело, конечно. Поехали. Пока мы только здесь посмотрим. С другой стороны косить можно, или это не наше? Может быть, это не наше, ну проверим на всякий случай. Так, вот. Вот немножко что-то так проверим, ребят, как наш там. Опа, назад. Немножко я. Не чуть-чуть. Не так взял. Ну, вот так будет нормально. Чтоб не пропускать. Поехали. Если, ребята, вам будут эти серии заходить, нормально будете писать комментарии, лайки, то будем снимать почаще. Я так думаю, ребят. Опять немножко скосил. Так. Поехали. Еще походу один проход тут должен быть. Если на той стороне не наша. Так. Хорошо бегает наша косилочка. Она нам в будущем пригодится, когда будем заводить животных. Ну, может, будем еще где-то луг приобретем. Так, еще один раз пройтись.
Мне кажется, или поле клином идет, или так оно получается. Так. Так, вот тут нас осталось немножко. Поехали. Ну, кусты вроде у нас не косятся. Ну, а так. Убираем. Сейчас посмотрим, на той стороне наши или не наши. Как мне кажется, там трава не наша. А может наша. Не знаю, посмотрим. Как мы видим, не вся трава тут коситься может. Та еще маленькая, это как раз уже подошла. Ну, хоть чем-то заняться, пока у нас спеет урожай. Так. Ну, давайте попробуем здесь. А, это не наш участок. Понятно. Так, давайте, ребят, обидим наши. Так, на другую сторону посмотрим. Там где-нибудь поспело или нет? Если нет, то значит будем грузить. Поехал, ребят, я смотреть, что у нас еще где-то есть, где коситься или нет. Так, ну что, ребят, больше травы я не нашел. Сейчас будем собирать, мы, ребят, нашу траву. Сколько тут у нас получилось? Как раз за два раза мы ее и соберем, ребят. Ну, со временем поспеет, наверное, везде трава. Уже будет больше. Как можно будет накосить ее. Ну, только тут кусочек поспел. Ну, сколько будет? Так. Прикольно, пылючка так стоит столбцом. Ну, хотя бы на пол ПТСика набить. Так. Как видео есть силосная установка, БГА походу нету. Ну, может быть, после обновления не уберут ее. Ну, стоит у нас силосная установочка, ребят. Так, поедем, сдадим, посмотрим, работает ли она. Немножко тут сеять можно зерновые, солому можно так же само вывозить на силос. Оно получается все там перебивает, сено, солома, все делает. Так. Ну, я думаю, половину, может быть, набьем прицепа. Хотя только 25%. А может быть и нет. Ну, сколько будет, ребят? Что ж мы сделаем? Это только начало нашей работы. Также, ребят, не забываем ставить лайк. Подписываемся, если, ребят, вам интересно. Пишем комментарии. Также забегаем на стримчики, ребят. Стримчики по ферме, по ИТС-ке, по разным играм, кому интересно. Если этот формат будет нормально заходить, значит, будем снимать. Так, все, ребят. Ну, почти 40% у нас есть. Так, теперь едем, ребят. Мы отвезем нашу траву, что у нас есть, на БГА, не БГА, как на силосную установочку, высыпем и посмотрим. Поехали, ребят. Так, у нас еще поле не созрело. Так, полетели, ребят. Вот, ребят, дочка не мешать внимание. Маленький ребенок по хате ходит, мешает папки снять. Так, поехали, ребят. Где-то там у нас там оно находится, наша биоустановочка. Карта вроде как на вид прикольная сделана. Ну, тут еще буду дорабатываться. Тут вижу еще много участков. Ну, добавили они в этом обнове, ребят, точки продажи. Немножко заводов что-то там добавили. Разметку полей. Так. Это у нас дорога была. Походу, вдруг мы дорожку проехали. Ну да. Поехали. Дорогу мы, походу, проехали. Немного. Это, походу, у нас там
Дорога у нас вон там, с базы. Так, попасть туда, на наш комплекс. Это у нас через базу надо. Так, вот наша база. Так, открываемся. Звук прикольный. Поехали. Так, у нас тут где-то проезд есть. Вот он вроде проезд. Какой-то узенький, но проезд. Да что, тут можно спокойно пролететь. Так, вон наши ребята, все там установочки. Всякие примочки. Так. Нам нужен биогаз. Так, это у нас походу. Так. Это у нас вроде бы биогаз, да? Так, это у нас что? Так, а там она смесь делается, извиняюсь. Это у нас что? Производство семян. Это у нас корм для свиней. Это что у нас что-то? Это у нас удобрение. А здесь, а силос дальше. Силос у нас походу дальше, ребят. Силос у нас походу дальше делается. А как же нам туда попасть? А как же нам туда попасть? Тут у нас есть производство силоса. Или оно дальше? А, нет, это у нас... А, у нас силос дальше. Производство силоса у нас дальше. Ребята, извиняюсь, не сюда попали мы. Блин, заблудился, как всегда. У нас дальше производство силоса немножко дальше находится. Походу так, да? Это у нас силосный завод, это нужно вот так. Ага. Походу выезжаем сюда и поехали там. Поехали. Ой, блин, заблудились мы. Заблудились. Ладно, полетели, ребят. Так, полетели. А то, блин, не туда попали. Так, сейчас выезжаем. И погнали. Так. Вид с кабины, бомба. Так. Поворачиваем. Она сейчас через мост еще походу переехать, наверное. Ну да, через мост переезжаем. Такая речка красивая, большая река. Здоровая. Так. Полетели. Тихо. Дочка что-то. Так, кашляет. Ага, все, почти доехали, ребят. Красиво так сделано, так прикольно. Думаю, если обновление будет еще, может будет развиваться, это будет красота. Поехали. У нас тут лес имеется. Пилорама и лес, пилорама. Так, сейчас будет где-то у нас тут поворотник.
Так, тут можно где-то что-то строить еще. А, это надо еще раз через мост переехать. Еще раз через мост. Теперь поворачиваем. Так. Вот как тут замудрено. Вот мы и здесь. Так, это у нас тут. А, тут еще двери надо открыть. Поехали. Вот у нас походу билось вот здесь, наверное, да? Если я не ошибаюсь. Это у нас тут что? Сено. А это? Вот и силос у нас. Сечка, трава, солома. Вон туда. Вот у нас сюда. Выгружаем. О, заработал. Открываем, ребят. У нас Global. У нас имеет закон свиней, дизельное топливо, известь, производство семян, продуктоварение, сеносушилка. А вот ферментатор у нас силоса открыть. Ну тут у нас получается нам нужен только сечка, трава, солома и нужно до 1 000 000 тонн и продукция сена. Все, а я что-то не понял, а где остальное? Мы ж вроде бы а да, правильно. Сейчас походу должен у нас вон работать и делать у нас все. Сейчас проверим, ребят, что-то у нас там получается, что-то процесс идет. Ну пока здесь у нас сечка есть, но силоса что-то еще нету. Давайте немножко мотанем время, немного, ребят, и проверим. О, пошел у нас, работает. Работает. Работает, ребят, у нас уже 5 кубов. Кстати, почем у нас силос? Так, силос, силос, силос. Силос у нас по 108 евриков на скотный двор. Ну, тоже немало. Ребят, я считаю. Так, ребят. Так, ну что ж. Погоню, ребят, я трактор на базу. У нас мы запустили силос. Силос у нас работает немножко. Какой-то будет потом дополнительный заработочек, ребят. Ну на этом все. Ребят, ждем ваших, ребят, комментариев, лайков. На этом все. Если все нормально будет, ребят, ждите продолжения. Всем пока и до встречи.